Если вы когда-то слышали о Гавайях, то это как раз-таки тот остров, о котором, я уверена, слышал каждый. И это тот самый остров Мауи. Это у нас завершающий остров, куда мы прилетели вчетвером. Это мы с мужем и родители. Остальные члены семьи поехали домой. У каждого свои причины, а мы продолжаем наслаждаться Гавайями. И, кстати, это единственный отель, где при заселении на тебя надевают бусы из живых цветов. Для меня эта традиция именно на Гавайях, она очень важна. И я не комментировала, ждала, случится, не случится. В первом отеле и во втором отеле этого не было. И, конечно же, тебя встречают с шампанским. Мы сейчас ждем родителей. Они делают чекин заселения в свой номер. Наш номер будет готов ближе к 3 часам. Сейчас время 2, доходит время обеда. Мы идем обедать. Сегодня у нас более расслабленный день. В 6 часов мы едем, кстати, на ужин в место, которое мы бронировали за 2 месяца. Потому что, как сказал муж, туда невозможно попасть. Посмотрим, что за место. Я покажу, что это что за ресторан. Завтра у нас полный день будет экскурсии. Мы едем по острову кататься. Вы не поверите, что я вижу, сколько разноцветных попугаев. И, кстати, Мауи – один из островов, то есть Хонолулу и Кауаи, где действительно жарко, где чувствуется влажность. Вот я сижу, мне очень жарко. Жду, когда можно будет заехать и переодеться. За 7 дней, конечно, каждый второй день нужно собирать вещи, снова распаковывать. Это тяжело. Опять же, как я говорила в предыдущих влогах, если вы смотрели, что весь маршрут мы составляли не сами, это родители, потому что этот отпуск посвящен дню рождения мамы мужа, и она хотела побывать на Хонолулу, на Куваях, и мы завершаем Мауи, как бы все были согласны, но не все смогли прилететь. Поэтому Хонолулу я бы опустила, прилетела бы сразу на Куваи и осталась бы на Мауи как минимум дня 4-5. Перед тем, как сесть в машину, которая тебя довезет до ресторана на территории, протирают сиденья. Сервис приятно, очень. И это, кстати, я сказала, считается один из лучших резортов на острове Мауи. Приехали только с обеда, и нас везут до нашего номера. Номер готов. Очень интересно, что по всей территории, именно по городу, озер от отеля на джипе, вот мы ездили в ресторан, несмотря на то, что мы арендовали машину, нас сопроводили. И сейчас, получается, внутри отеля везут в номер. Как приятно. Встречают в номере, подготовили карточку, свежее. Вот это шампанское, игристое, просекко, сладости. И номер, конечно, достойный. Мини-кухня, просторная спальня. Кровать, кстати, на таких высоких ножках. Забавно. Но самое, что интересное, это ванная, соединенная вместе с душевой. Душ, распаковать вещи. И у нас буквально 2 часа до выезда перед ужином. Хотя, несмотря на это, мы только что пообедали. Но мы едем туда смотреть закат. Красивое место на горе. Не буду все рассказывать, лучше покажу. Я так быстро давно не собиралась. Я снимала рилс, как мы заселялись. Принимала душ. Собиралась, надевалась, забыла сережки надеть. В общем, это было экстремально. Сейчас едем на красивый ужин. Выхожу из уборной и идет дождь, поэтому, собственно, ресторан весь закрыт. Мы под навесом будем пить наши коктейли и ждать наш столик.
Доброе утро, дорогие. День 2 на Мауи. Я только проснулась 15 минут назад. Искупалась. И мы сейчас собираемся на йогу. За нами приехали. Занимаемся йогой. Завтракаем. И выезжаем на экскурсию. Мы только вернулись с завтрака. Посмотрите на этот номер, на этот вид, все, что я вижу. Позанимались, позавтракали, чувствуешь себя блаженно, прекрасно. Хочу вернуться во вчерашний вечер, потому что я вчера сейчас очень сильно устала после перелета и не прокомментировала. Если кто-то когда-то из вас будет на Мауи, от души рекомендую вчерашний ресторан. Еда, сервис, атмосфера, закат, все прекрасно. Сейчас в душ. Собираться, и через 30 минут мы выезжаем на нашу завершающую экскурсию. И завтра мы уже летим домой. Пролетели мгновенно наши дни. Остались лишь только воспоминания. И много-много контента, который я еще буду, наверное, неделю собирать, обрабатывать и восхищаться то, что я видела и где я побывала. Еще, чтобы понятно было, мы вообще даже не трогаем, не разбираем чемоданы, потому что нет смысла. Я только приготовила то, что мне сейчас нужно будет надеть. Все. Весь этот отпуск у нас получился на чемоданах. Мы их вообще не разбирали, потому что по 2 дня на каждом острове ты просто достаешь то, что ты планируешь носить, и все. У меня впервые, к сожалению, или к счастью, такой эксперимент. Я хочу сказать, что мне не очень понравилось. Хочется прям вот посидеть, полежать, почитать, просто ничего не делать, потому что после такого отдыха нужен еще отдых. Такой сегодняшний образ. Экскурсия по острову. Выживаем как можем. Последние чистые шорты. Все вещи, которые взяла с собой, были надеты. И осталось еще одно платье, которое сегодня надену на ужин. Первая остановка у нас, мы идем смотреть черепах, морских черепах. Господи, какие они огромные, я увидела с горы. Сейчас мы спускаемся пешком. Близко, конечно же, нельзя подходить, но я сделаю максимально возможное. Но это такая красота, они пока загорают, нежатся на песочке. Ой, из деревьев что-то падает, надеюсь, не кокосы на голову. И можно посмотреть, много туристов. Вот они именно до обеда находятся на берегу, потом они уходят в океан. После экскурсии, вернее, забежали, приняли душ и отправляемся на ужин. Завершающий ужин. Последнее мое платье комбинация, в чем я еще здесь не ходила. С собой зарядка, потому что телефон разряжен. Ужинаем, возвращаемся, собираем вещи и завтра с утра улетаем. Если честно, очень сильно соскучилась по счастью. Доброе утро, мои дорогие! Сегодня 1 июля, первый день лета. Мы собрали чемоданы, сейчас отправляемся на завтрак и будем выезжать в аэропорт. Интересное наблюдение, здесь в 7:30 вечера уже темнеет, достаточно темно, прям ночь. Несмотря на это же время, у нас в Джексонвилле еще день, еще можно греться на солнышке. И еще из наблюдений на острове Мауи, где конкретно остановились мы, это район Валея, здесь поистине тропически жарко, светит солнце. В другой части острова, где мы вчера катались, пасмурно, холодно, льют дожди. Поэтому, если вы соберетесь, обязательно
рассмотрите именно этот район. И если вы были вообще на Гавайях, напишите, пожалуйста, что стоит посмотреть, на какие острова стоит слетать. Мне будет очень любопытно почитать, что стоит посмотреть. И буду с вами прощаться, и до скорых встреч!